В природе насчитывается около 200 видов калины. Я заготавливаю осенью красную калину, как превосходное лекарственное средство для повышения иммунитета и сопротивляемости организма. Калина богата витаминами А, Р, К, С, микроэлементами и минералами. Помимо этого, в составе плодов присутствуют дубильные вещества, эфирные масла, фитонциды, пектины, йод, медь, железо, как кроветворное воздействие на организм, схожие с такими ягодами, как шиповник и черника. Взрывной характер иммунитета калина проявляет в сочетании с медом. Ее полезные вещества укрепляют иммунитет, лечат простудные заболевания, кашель при бронхитах, боли в горле и легочные воспаления. Используют в профилактике авитаминоза, предотвращает развитие раковых клеток, является мочегонным и кровоостанавливающим средством. Помогает при гипертонии, очищает от шлаков организм, улучшает работу печени. Успокаивает нервную систему, нормализует сон, помогает избавиться от заболеваний мозга, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, чистит сосуды и нормализует работу сердечной и сосудистой системы, понижает давление, снижает уровень холестерина в крови и нормализует пульс. Как растение красная калина полезна в употреблении полностью вся. Ее ягоды, листья, кора, цветы и косточки. Для приготовления нашей заготовки нам понадобится 1 килограмм калины и пол-литра меда. Все перемешиваем с помощью блендера. Такая заготовка у нас получилась. Получилось 2 банки заготовки. Хранить в холодильнике. Мы употребляем для профилактики по 1 чайной ложке за 30 минут до еды. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментарии. До новых встреч!